вторник в Самарской области пасмурно, осадки в виде небольшого дождя, возможен снег. Днем от минус 2 до плюс 2 градусов, ночью 7-9 ниже 0. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, в светлое время суток плюс 1, в темное 8 с минусом, северо-восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 1, ночью 9, ниже 0, северо-восточный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, днем минус 1, ночью минус 9 градусов, северо-восточный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 83%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.